Видим, как сопровождение машина БСЕ. Прибыли автобусы. В логистический центр, где сейчас должна состояться вторая часть обмена военнопленных. Напомню, что сейчас прибыли военнопленные. Их должно быть 56 человек со стороны Донецкой Республики. До этого прибывали военнопленные со стороны Луганска. Видим, люди в автобусе смотрят в окна, выглядывают. Напомню, что если вы хотите ничего не пропускать из интересных новостей, подпишитесь на наш телеграм-канал Павловский Ньюс. Сюда и в палатку. Ну, как ты сказал? А чем ты дать себе? Доброго дня! Слава Україні! Ми вдома, ми приїхали. Дякую. Будь ласка, доброго дня! Слава Україні! Так, не подавай выше телефончик, пожалуйста. Хочу нормально сигарету покурить. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава! Слава! Слава!